Почему вам нужна электросила? Помогает в жизни. Помогает в жизни, да? Да, везде, во всем. Ценники? Ценники? Ценники – это другой вопрос. То есть, в принципе, всегда хорошо, когда есть такое очень хорошее удовольствие. Если нужда приспичила, что-то придешь и возьмешь всегда. Всегда? Да, да. Не глядя ни на ценник. Вы часто гости магазина электросилы? Да, постоянно. А чем вам нравится сам магазин? Чем нравится? Обслуживание, ассортимент, цены. Все как положено. Это давно уже я с этими людьми. Они еще в других точках работали. Они работают еще на зеленом рынке. То есть, я туда сейчас поеду скоро. Вот, то есть приветливые продавцы. Все объясняют, все доходчиво, все со скидкой еще сделают. Упакуют, положат, брак поменяют. То есть никаких вопросов, никаких проблем. Так что всем рекомендую, советую, очень хорошая точка. Извините, просто вот вопрос такой, почему вы в электросилу заявляете? Самый ближайший магазин? Самый ближайший. А насчет ценников? Приемлемые цены, да? То есть, в принципе, можно говорить, что если бы не электросила, у нас бы возникали некоторые проблемы, да, у нас с вами? Конечно. То есть можно говорить об этом, да? Да. И чем вам нравится электросила? Всем. Всем, да? То есть можно говорить, что если бы не электросила, были проблемки, да ведь? Ну, у них, знаю, проблемки были. У них нет проблем, да? Да, да, да. Но у нас вопросов не возникает, да, когда мы работаем с ними? Хорошо, да. Не частый вы гость, да, не частый гость. Но вы пришли зачем? Закупить кое-какое оборудование. Удобно, рядышком. Выбор достаточно большой. То есть можно сказать, что в принципе, если бы не электросила, то были бы некоторые проблемки, да ведь? Ну да, надо было бы куда-то в другое место ехать, искать что-то. Здесь удобно, рядом мне. Надо ультрафиолетовую лампу мне. То есть селом занимаетесь, да? Сельское хозяйство или как? Мне надо для засветки там. Я там занимаюсь, это платы делаю. А, платы делаете? Да. Ух, как красиво. Не каждый первый я встречаю, чтобы человек каждый делал платы. Ну, не знаю. Я просто серьезно говорю, я в свое время занимался платой, готовил. Это было еще в институте, это было, господи, боже мой, лет 30 назад. Ну, вот сейчас я приобрел этот фоторезист, вот, а он засвечивается, надо ультрафиолетовым, надо лампу ультрафиолетовую. Ну, будем надеяться, вы найдете. Ну вот, я сейчас посмотрю, только здесь, наверное, есть. Ну, а так, в принципе, почему электросила вам нужна? Ну, мне здесь, конечно, тоже удобно, я просто по пути еду. И в принципе, по цене не самые дорогие варианты, правильно? Ну, я уже давно электросилой пользуюсь. Вот здесь самый такой магазин. Тут все есть, и удобно, и обслуживание хорошее, и все. Вам ценники здесь не удивляют свои дивные, как бы тебе сказать, как бы, ну, других слов-то у меня нету. У нас здесь ценники нормальные, что правильно? Если сюда пришел, значит нормальные. Я не первый раз. Меня устраивает. То есть все нравится, да? Да. Потому что пришел купить хочу здесь. А, вот вопрос возникает. То есть, если бы электросила не существовала, были бы другие проблемки, да? То есть, как бы ценники, в принципе, вполне приемлемы, правильно? Ну да, да. Потому что раньше заходил и присмотрел здесь каучуковую. Они, вот их уже 4 штуки сломал. Ага. Они чуть ударил и сломалась. Поэтому каучуковую принес посмотреть, думаю, идентичная будет, куплю. То есть, давайте попробуем проверить? Ну давайте сейчас проверим. Попросим, чтобы нам показали. Ну, появляетесь здесь? Нет, первый раз. Первый раз. Да. Смотрите, ценники вас каким образом? Удивляют или нет? Пока не смотрим. Смотрите, да? Да. Но, в принципе, можно понимать, что как бы если брать общие ценники, почему бы не в электросиле заниматься, правильно? Не работать с ней. Наверное. То есть все равно купили, правильно? Да, да. То есть нормальные цены. Хорошие. Что вам здесь нравится? Какое удовольствие получаете общение с товарищами? Вопрос. Такой. Мне вот это больше всего нравится, понимаешь? Ценники хорошие, вопросов нет. Даже самые идеальные, мне так кажется. Общение хорошее с покупателем. То есть все, что нужно, подберу, да? Ведь? Да. И сделаю практически до миллиметра, если честно. Вы в электросилу часто заходите? Ну, невольно.
Не больно, да? Но по вопросу цен, по вопросу товара, все вам устраивает здесь? Ну так да, тут неплохой магазинчик этот. То есть можно говорить, что в принципе, да. Если не использовать это, у нас некоторые проблемы с электричеством в доме. То, что ниже были, заходили, там вообще так себе. Так себе. Я вот всю жизнь говорю, что в принципе электросила мне больше нравится, потому что по количеству товара вот рядышком ничего нету в природе своей. По количеству товара здесь выбор больше. Вы в электросиле часто появляетесь? Ну, бывает. Бывает, да? Вам это нравится? Находиться здесь, понимать, что в принципе смысл такой, что здесь как бы, ну, не зарабатывают по сути событий. Вы берете много и вот на этом зарабатывают. Но много — это не сильно дорого, так? Ну, в принципе, так. То есть можно говорить, работать, если мы будем работать с электросилой, как бы счастье будет немножко больше, правильно? Ну да, удобно, удобно. То, что ассортимент хороший, вот, не надо бегать, искать по точкам, сразу заехал, посмотрел. И, в принципе, основное все есть.